Вітаю, майстри! Приветствую, мастера! Вы смотрите мой канал, посвященный всему, что можно сделать своими руками. Мой канал работает как конструкторское ателье. И сегодня представляю вашему вниманию новую работу. Это компактный механизм для ворот, распашных ворот, гармошка. Вы видели, возможно, предыдущие мои видео, где я представлял механизмы рычажные, универсальные, BFG Uni и BFG 3050 и 5080 для разной толщины створок. Вот. А этот механизм, он максимально компактный, сделан так, чтобы ничего не выступало, вы визуально не будете видеть никаких рычагов, ничего. То есть вот так вот, это будете себе представлять такую коробочку, BFG Mini он называется, и вот снизу вот такая вот штука. Внутри редуктор специально сделанный, который приводит движение створки. Сделал я уже полностью готовые механизмы, оцинковал. Как видите, теперь это все блестит. Антикоррозионное покрытие. Установлены крышки. Вот. Теперь это все будет готово к упаковке и отправлению к заказчику. Вот так это все выглядит. Еще раз напоминаю, это механизм для сложения створок, ворот гармошка, складных распашных ворот гармошка, механизм BFG Mini. Цену уточняйте, потому что ну, она зависит от стоимости металла, стоимости порезки. Вот эти крышки, это 3D-печать пока. Возможно, потом сделаю уже литье. Сейчас покажу, как это все работает. Спасибо моему заказчику Никите, который заказал этот механизм и вот специально был разработан. Для его создания понадобилось порядка 20 деталей, вот, чтобы создать одну часть механизма. А для того, чтобы поддержать мой канал на YouTube, вам достаточно всего лишь нажать лайк, подписаться на канал и по возможности расшарить это видео по соцсетям. Я буду вам очень признателен. Итак, значит, для того, чтобы установить механизм, рекомендую ставить на створку 50 на 50. Здесь вот труба 50 на 50. Зазорчик между створками. Тут сантиметровый вообще-то. Но можно поставить и меньше. Но, видите, вот на корпусе сделан такой вот уголок. Он должен совпасть четко с вот этим углом на трубе. А вот с этой стороны такой приливчик, он должен стать по краю этой трубы. И саморезами, в данном случае я сейчас прихватил их к воротине, к створке. Если у вас будет зазор меньше, чем сантиметр, допустим, нулевой, да, к примеру, то есть вы, грубо говоря, на 5 сантиметров должны от края будете отступить и поставить механизм так. Следующее условие для простой установки, это чтобы у вас вот эта петля на механизме и петля на створках, они были одного диаметра. Потому что очень важно, когда вы начнете его устанавливать, проверить, чтобы эти петли были абсолютно соосны. То есть прикладываете угольник в разных плоскостях и сверяетесь так, чтобы оно четко стало в плоскости, в одной оси. Вот эта петля на механизме приваривается к створке. Она сейчас, видите, свободно вращается. Вот. Для того, чтобы выставить механизм, так же, как и в предыдущих механизмах, мы выставляем при помощи телескопической тяги нужную длину и еще дополнительно фиксируем вот этой гайкой, зажимаем эту петлю к оси, потому что вот эта шестерня ведущая, она передает усилие на ведомую шестерню, и она соединена с осью, с вот этой петлей, и она уже вращает эту створку. Вот. Итак, зажимаю петлю эту, фиксирую. Вот. Там еще дополнительно есть, видите,
топорные болты установочные для того, чтобы надежно зафиксировать петлю. И вот здесь вот есть лыска под ключик, то есть можно поставить его сюда и затянуть конкретно. Усилия хватает, я проверял, там дальше увидите в видео, я переверну эту систему и проверну створки. То есть нормально держит. Если что, можно будет в конце концов просто подварить, если вы переживаете, чтобы его не провернуло. А сейчас продемонстрирую работу механизма вот в таком положении, для того, чтобы показать вам, что усилия на шестернях прилично и может поднять такой кусок трубы из вот лежачего положения. Смотрите, просто упираюсь, видите, вот он легко поднимает. То скрипят петли, вы на это не обращаете внимания, и вот закрываю. Видите, все работает штатно, механизм мощный. Такого усилия там не будет для того, чтобы провернуть в вертикальной плоскости створку, когда петли ставят, вернее, вертикально, когда петля горизонтальна. Это совершенно разные вещи. Установка телескопической тяги на столбе делается аналогично, как BFG Uni и все остальные механизмы. То есть у нас есть кронштейн, который нужно установить просто по краю, на краю столбика. За счет того, что вот здесь он кронштейн совпадает с воротиной, он тоже полностью прячется в кожух. Ну, вот я схематично взял кусочек картонки, да, чтобы показать вам. Вот таким образом. Вот таким образом. То есть оно все будет закрыто полностью. И здесь он заходит вот сюда вовнутрь. Вот. Вот так он будет крепиться. Вот так это выглядит на модели. Крышка сверху, полупрозрачная, чтобы мы могли видеть внутри телескопическую тягу. Итак, демонстрирую работу механизма. Это скрипят петли, не обращайте внимания. Вот я открыл. Как видите, сейчас даже угол больше, чем 90. Потому что некоторые меня спрашивают, можно ли сделать угол более 90. Можно, ничего тут сложного нет. Это все добывается при помощи вот этих регулировок. Либо здесь на телескопической тяге удлиняете ее, укорачиваете, либо там на установке уже самого механизма. Важно, вот здесь вот сверху будет стоять коробочка такая вот из жести. Она будет закрывать полностью механизм. При установке вот конечных точек нужно, чтобы вот этот вот край рычага не выходил за пределы трубы. То есть видите, если короб сейчас вот так наденется, грубо говоря, он все просто скроет. Вот закрываю его обратно, ворота. И вот в этом положении тоже нигде не касается труба. И здесь. Так, вот мы закрыли ворота. Для защиты механизма от дождя, снега и прочего предусмотрены коробки декоративные. Они есть левая и правая. Вот тут вот увидите специальные такие пропилы, сделанные изнутри. Вы берете болгаркой, делаете надрезы и легко отламываете кусочек. После этого вот тут видите два ушка, через которые саморезами крепится вот сюда крышка. Вот я ее установил. Ну, крепить сейчас не буду, просто покажу, что она не мешает работе. У меня она крутится на снегу, рама. Поэтому приходится ногой придерживать. И вот. Вот так это работает. Я давно хотел сделать этот механизм, все никак руки не доходили. И тут как раз перед самым Новым годом я сделал модель компьютерную. Это вид сверху на компьютерную модель механизма BFG Mini. Видно крышку вот эту, что закрывает тяги телескопические. Они сверху вот тут установлены.
все очень похоже, как запланировано, так и было сделано. Вид снизу. Как видите, все работает четко. Заказывайте. Уже пришлет мне мой заказчик видео с установленным механизмом и сделаю вам подробный обзор уже по этим воротам. Всем пока. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, пишите комментарии обязательно. Это очень помогает продвигать видео в YouTube. Всем пока!